Насчет кривого члена. А мальчики, не комплексуйте. Хотя на самом деле правильнее было бы сказать девочки. На самом-то деле мальчики очень сильно комплексуют по поводу и размера своего мужского достоинства, и по форме своего мужского достоинства. Почему? И они еще очень часто имеют страхи о том, что они не очень классные любовники, но не показывают никак внешне. Да, ну мы тоже, кстати, много чего боимся, стесняемся и комплексуем, но как бы стараемся не показывать внешне. То же самое делают мужчины, поэтому здесь тоже нужно разобраться, выдохнуть и понять, что форма пениса чуть-чуть с наклоном в любую из сторон, это нормальное физиологическое состояние, так бывает. И на самом деле здесь тоже нужно найти преимущество этому, потому что если он изогнут, то представляете, как круто стимулировать зону G. Только нужно приспособить позу, но это же все возможно, разнообразие поз огромное. Поэтому нечего стесняться того, что ваш пенис во время эрекции имеет наклон, просто относитесь к этому, к продолжению себя, да? У меня такой пенис, он цепляет. Действительно, на самом деле, если вас женщина любит, действительно вас любит, то форма вашего пениса ей абсолютно не важна. Также, девочки, когда вас любит мужчина, ему тоже совершенно, вам может казаться, что ваша вульва не такая красивая, не такая, как надо было бы. Да, какого-то там эфемерного стандарта красоты, и женщина ее стесняется. А по факту ее мужчина принимает, любит, и самое главное, что ему нравится его вульва. Самое главное, в паре говорить друг другу комплименты по поводу внешности, чтобы вы точно были уверены в том, как доказательство того, что ваш партнер вас принимает. Поэтому вы говорите, какие у тебя красивые гениталии, а он пусть вам говорит комплименты, да? Не бойтесь, иногда мы боимся спросить, а что ты думаешь по поводу моей вульвы, только по той причине, что мы боимся услышать, что он скажет, она у тебя страшная. Нет, так мужчина, который любит, не говорит. Вот, поэтому... Когда мужчина, да, если вот мужчина, вы слышите сейчас слышите случайным образом, знаете, говорите побольше и почаще комплиментов своей женщине касательно ее тела и отдельных частей тела. То же самое можно делать и девочкам, говорить о том, что мальчики прекрасно, хвалить его. Мужчины вообще любят похвалу, очень любят похвалу, они за похвалу готовы сделать в два раза больше. Как я замотивировала пацанов, девчата, не благодарите.